На этой неделе у малышей будет кастрация. И все. И малыши поедут. Их уже ждут. Очень ждут. Поросятки неплохие. Им только месяц. Они такие довольно-таки кубышечки. Все загорелые. Все на солнышке целыми днями. А мамочка пошла дальше рыть. Доски поднимать. А мы начали строительство. Продолжение. Вот соединение вот этих двух дворов. Вот там, вот видите, уже столбы выставлены. Основа положена. Просто там сейчас все зашуруплено. Пока сынок не приедет. Все там закрыто, потому что если они туда выйдут, то там улица голая. Поэтому пока все перекрыто. Сынок приезжает, и у нас начинается бешеный день. Нужно все успеть. Нужно все сделать. И хорошо, погода пока хорошая. Вот так. И давай, укладывайся. Укладывайся. Нет, не хочу, говорит. Надо все успеть, надо все сделать. Поэтому день очень насыщенный работой. Все столбы, все вот эти, этот брус мы с ним таскали. В общем, тяжело. Строим с сыночком. Потом приедет он... Тут все откроет, и я вам покажу, что у нас там есть. А пока пойду с коровами гулять.